В конце прошлой недели в торговом центре «Астрий» состоялось торжественное открытие авторской выставки Евгения Васюкова. Выпускник Нарвского профессионального учебного центра по специальности мультимедиа Евгений Васюков работает в сфере графического дизайна. Но есть у него и хобби – рисунок и цифровая живопись. Евгений создает работы при помощи компьютерных программ. Его мечта – заниматься графикой для игр и фильмов. Главная задача в этом году Нарву была поддержать молодых талантливых людей, у которых, возможно, у кого-то хобби, у кого-то какие-то интересные работы, чтобы их поддержать и дать возможность дальнейшему развитию. Во-первых, он вдохновляется работами американских художников уже 21 века, таких как Верка. И вот читаются некоторые цитаты и знания искусства в подобной композиции. Плюс, так как он занимается именно компьютерной графикой, два направления получили в его творчестве развитие. Это разработка персонажа и вся компьютерная графика связана именно с этим подходом. Здесь очень много я вижу потенциала в области именно дизайна, разработки каких-то элементов отдельных этих фантазийных персонажей. Ну и, конечно, графический дизайн, имеющий отношение к решению пространства и интерьера. Вот в одной из работ мы можем как раз видеть на выставке представленный такой интерьер 21 века, который разрабатывал наш юный автор. Конечно, мы хотим пожелать им, в первую очередь, дальнейших не просто успехов, а именно дальнейшего развития. Потому что для каждого художника и для каждого дизайнера очень важно, чтобы он не просто делал какой-то красивый вид, какой-то предмет, но очень важно, чтобы это было чувство, эмоция, которая заставляет другого человека по-другому думать, по-другому дышать, по-другому смотреть на мир. Вот когда твое мировоззрение будет уже более явственно видно в этих работах, и вот личные такие авторские начинания, тогда у тебя сразу будет новый толчок, такое новое развитие. Я без рисования не могу жить, и тогда как бы я должен пить, есть. Также я должен, скорее всего, рисовать. И вряд ли я когда-нибудь это заброшу, так как я думаю, что я знаю, чем я занимаюсь, и буду всегда прогрессировать, буду всегда учить что-то новое. Всегда ценю критику людей, которые мне говорят, что не так задавно, естественно, чтобы улучшить свою работу. Я черпаю вдохновение из мультиков, сериалов, в принципе, из всего, что меня окружает, даже, в принципе, может, из этого магазина я что-нибудь запомню, что, в принципе, потом смогу где-то применить.